Тбилиси мы продолжаем выпуск. Совет общественного мониторинга пенитенциарной системы Грузии, новый министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи предлагает создать независимую структуру, которая будет следить за ситуацией в исправительных учреждениях. Сегодня Георгий Тугуши провел встречу с представителями гражданского сектора. Он предложил неправительственным организациям к середине октября представить свою модель работы Совета общественного мониторинга в тюрьмах, а также то, как должно осуществляться наблюдение в пенитенциарных учреждениях. Грузии. Мы обсуждали, какова должна быть модель и как создавать совет, который, я думаю, что уже через несколько недель должен начинать функционирование. Я предложил тем лицам, которые участвовали во встрече, представить, так сказать, проект, которые они думают, что может быть, так сказать, принят, и обсудить проект, и потом начать уже комплектовать совет. Я считаю, что если у такого совета не будет возможности прослушать все записи, которые тайно или явно сделаны в тюрьмах, прослушать все записи из проходных дворов и камер, если это возможно, тогда, конечно, такая работа не будет иметь особого значения.